Этому волчонку всего 10 недель, но ему уже выпала судьба стать послом. Послом от животных, которые живут в калифорнийском зоопарке Сан-Диего. Волчонок по имени Шэдоу будет общаться с посетителями зоопарка и популяризировать свое заведение, а также его постоянных жителей. Серого волчонка на роль посла выбрали за особый характер, умение играть и хорошо вести себя в приличной компании.